Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире передача «Хранители памяти». И в этом выпуске мы продолжаем рассказ с временной выставки «Обретения», которая работает в Государственном историческом музее в Москве. Сейчас мне хотелось бы показать один из памятников, который буквально с реставрационного стола попал на эту выставку. Это икона достаточно раннего 17 века «Деисус». Икона прекрасной живописи, тончайшей живописи. Ярославль вообще славился своими мастерами, но вот это еще такое особое время, когда мы видим тончайшую графику, такую вот нежнейшую плавь. И вот это вот все очень хорошо видно на этой иконе. Но икона, живя многие столетия, она, конечно, требовала регулярного вмешательства. Ну, раньше это было не реставрация, а поновление. И вот на этой иконе мы видим очень хорошо, сколько же слоев поновления было на ней. Вот такие вот полосочки, это так традиционно, когда идет расчистка иконы, реставраторы оставляют символические кусочки убранных уже слоев. И мы начинаем понимать, какие колоссальные силы вкладываются реставратором в работу с каждой иконой. И вот здесь, на этой выставке, иконы, которые пережили такую трагическую судьбу, здесь очень много икон, которые потребовали неординарных решений. В каких-то случаях утраты были таковы, что сохранялся, например, паволок, а доска убиралась, доска была разрушена, значит, это кусок доски заменялся. В каких-то случаях надо было снять паволок с красочным слоем. Паволок – это ткань, которая накладывается на доску. Значит, надо было снять паволок с красочным слоем для того, чтобы обработать доску и потом уже приклеить икону к доске. Где-то утраты были таковы, что приняли ярославские наши коллеги такое немножко неожиданное решение, которое чаще принимают при церковной реставрации. Они решили сделать реконструкцию. Вот. Но реконструкция сделана так, что ее в любой момент можно убрать, и мы увидим доску или грунт. Вот. Так что, возможно, конечно, и такое решение. Так что каждая икона, которую вы здесь увидите, она прошла реставрацию. Больше или меньше слоев с нее было снято, больше или меньше усилий было потрачено. Но каждый раз это огромный труд реставраторов. Удивительно, что среди вот этих вот памятников оказалась икона XVI века, единственная на этой выставке. Очень интересная иконография. Я думаю, что вот просто надо постоять, вглядеться в нее. Мы увидим Многоочитого, страшное чудовище ада. Мы увидим очень много событий из последних дней жизни Иисуса Христа и событий по воскресении. Таких икон сохранилось всего несколько. И, судя по всему, разработано была эта иконография где-то вот в ярославских землях. Мы с вами посмотрели, в общем-то, небольшое количество произведений ярославской иконописи. Вот мне хотелось бы еще показать буквально несколько, которые особенно, мне кажется, привлекательны. Ну, очень редкий образ монументального ангела-хранителя. Это огромная икона, которая вызывает прежде всего ассоциации с архангелом Михаилом, потому что в ней очень много киновари, которая всегда бывает в иконах этого архангела, архистратига небесных сил. Вот. А здесь мы видим ангела-хранителя. Обычно он изображается в иконах патрональных святых. И на поле, иногда бывает и среди вот, собственно, патрональных святых, появляется ангел-хранитель.
обычно с мечом и крестом, и как сохранилось даже на некоторых иконах, меч – это дневное ограждение, а крест – это ночное ограждение. Вот с такими надписями существуют иконы. Вот. В данном случае мы видим огромную икону, очень почти что улыбающегося, можно сказать, ангела, который представлен как воитель за души, воитель и помощник христианам. Надо сказать, что эта иконография у нас появилась довольно-таки поздно, где-то ближе к концу XVI, в начале XVII века, но постепенно она стала очень популярной. Но вот то, что мы видим здесь, в этой Ярославской иконе, вот этот масштаб, это очень яркое одеяние, обычно изображают в белых одеждах, и вот эта вот удивительная такая вот барочная энергия, это совершенно необычно. И это, конечно, выделяет эту икону из ряда многих-многих других образов. И еще очень тоже любопытные иконы, которые нам покажут очень характерную черту ярославской живописи. И еще почему важно на них остановиться, потому что это иконы, имена Творца, которых мы знаем. Это иконы, которые были дверями в жертвенник и дьяконик. И написал их художник, потомственный иконописец Константин Иванов Смирнов. Видимо, очень хорошо он учился у своего папы, папы, который сформировался как художник в 18 столетии. И его сын Константин работал, видимо, по тем же самым, что называется, рецептом. И мы видим иконы, которые написаны, судя по документам, в 1827 году, но они настолько близки к произведениям XVIII века, даже раннего XVIII века, что на первый взгляд просто поражают. И вот эти вот иконы как раз говорят об очень важной черте ярославской живописи. Ярославцы любили свое родное, любили свои храмы, любили свои иконы. И вот в течение всего XVIII века мы видим, с одной стороны, так же, как в иконописи других областей, прорывается то барокко, то рококо, классицизм. Но в то же время они все время помнят о своем достоянии, о своем родном искусстве. И поэтому очень часто иконы, созданные уже в конце XVIII века, в начале XIX, они вот просто буквально как братья-близнецы с памятниками намного более раннего времени. И вот эта сторона вообще очень любопытна и очень важна здесь на выставке, потому что мы здесь видим, как в течение длительного времени ярославские художники возвращаются к своей иконографии, возвращаются к своим каким-то стилистическим особенностям, но в то же время наступает момент, когда прорывается и новое. Здесь же у нас есть две иконы, которые написаны в стилистике модерна. Здесь есть иконы, которые написаны в стилистике, близкой к тому, что делали Малышевы, Пашихоновы, то есть там, где сочеталось академическое искусство, принцип академической живописи и традиционного. Есть изображение Митрофана Воронежского, крупное, что тоже довольно-таки редко. В его иконографии мы видим отблеск традиции парадного портрета духовенства. Таким образом, не так много представлено на выставке икон, но это настолько значительные памятники, настолько монументальные, и настолько каждый из них интересен, что мне бы очень хотелось бы, чтобы пришли в исторический музей посмотреть эту замечательную выставку.
Дорогие телезрители, мы завершили серию выпусков с временной выставки ярославских икон «Обретение», которая работает сейчас в Государственном историческом музее в Москве. Всего вам доброго! До новых встреч!